Так, здесь туристов очень много. Забрались только что на саму гору. Все хотят перекур или ресторан, или готовятся к спуску вниз. Такой обрывчик, склон. Это северная сторона горы. Такой вид. Здесь открывается вид на долину Рупунга. На самой верхушке светит солнце, и нам тепло. Вот. Шикарный вид. Отсюда лыжники направляются вниз, готовятся к спуску. Длина спуска примерно 5 километров по всяким зигзагам. Здесь даже видно Кимзи с этой стороны. Это долина Рупунга. Солнечную погоду гору видать очень далеко. О, это верхушка какой-то горы. Хоффельд, наверное. Кто на санках, кто на лыжах. Да. Температуру сегодня обещают до 15 градусов. Но в горах снег все равно не тает. До конца весны и то даже выше 3000 метров снег не будет таять никогда. Мы находимся на горе Унтерберг. Высота этой горы 1450 метров. Вот. Погода чудесная. Шикарная, да, шикарная погода. Вот солнце светит сейчас, и прям тепло. Сзади нас разворачивается долина Рупунга. Рупунг вообще городок небольшой, примерно 7 тысяч жителей. Но сюда приезжают со всех стран мира. Это вообще городок, туристический городок. И в этом городке проходят соревнования даже по биатлону. Международный, всемирный. Здесь в Химгау-арена. Так что здесь зимой жизнь кипит, продолжается. Туристов очень много, да? Очень много туристов, да. Со всего мира лыжники приезжают сюда. Здесь вообще рай. Вот сейчас я опять покажу вам эти съемки, это панораму. Ближе попробую подойти к самой кромке. Ого, качнуло меня. Химзи, большое озеро. И вот лыжники спускаются по серпантину туда вниз. Вот, а назад поднимается вот по этой канатной дороге. Небольшая таверна расположена наверху горы. Здесь можно перекусить белые сосиски баварские. И простые сосиски, и выпить холодное пиво. Настоящее баварское пиво. Да, домики. На этот вид с высоты птичьего полета на всю долину. Здесь мы находимся на окраине Альпийских гор.
и дальше уже равнина. Вот так выглядят Баварские Альпы. Тишина Альпийских гор. Только туристы переговариваются между собой. Старт для спуска вниз. Ю-ху! Даже скользко. Да. Конечно, снег подтаял. Ну-ка, проскользи до меня. Ю-ху! Давай мне лыжи. Я до тебя докачусь. Да. Да, ну вид шикарный. Смотри, такие это утесы. Какие это, на солнце играет снег. Стоит сюда приехать. Ой, красота неимоверная. Давай до низу даем и потом это вернемся. Давай. Шикарно. Идем дальше. Смотри, какие это. Скалы, пики гор торчат. Ой-ой-ой. Как говорит Высоцкий, лучший гор есть только горы, на которых никто не бывал. Да. Шикарно. Какой вид. Если отсюда ломануться, то мало не покажется. Да, на лыжах-то прикольно. Горы, горы, горы. Ёлки здесь такие растут. И небо шикарное. Самолеты. И туристы. Подъем в гору. Картина Репина.
Ага. Блин, все не могу налюбоваться. Конечно, мы как простые туристы, не горнолыжные туристы. Здесь просто от виду только стоит сюда приехать, чтобы только... Ого, я провалился по колено. Вид только стоит посмотреть, не пожалеть этих денег. А, я не знаю. Ого, опять провалился. Любое движение мое. Лови снежок. Ого, кидай. Юху, вот. Мария захотела в снежки поиграть. Ага, о, снег здесь прикольный. Хопаля, Мария, пум. Пум. Да, идем посмотрим, что немножко здесь можно по горе походить. Есть возможность. Поэтому мы их походим сейчас и посмотрим. Мужик куда-то потопал с большим рюкзаком. Не знаю, что он хочет. Надо будет проследить. Или этот парашютист прыгнуть захотел. Но уходит куда-то далеко. Он ищет, наверное, место себе. Где он может полететь? Палатку может? Нет. Или что это такое? Альпинист? Не знаю, что он. Посмотрим, что он хочет. Остановился, рюкзак сбросил. О, интересно. Что он будет делать сейчас, интересно? Может полететь, действительно? Сейчас посмотрим. Пришли? Тут дорожка. Сейчас хотим опять вернуться, посмотреть, может что-нибудь кофейку попить. А мужик-то все готовится. Не знаю чему. Посмотрим. Достает что-то. Угу. Туристы. Горы, горы, горы. Вот некоторые ходят в снегоступах. Здесь туры есть не только на лыжах, а в снегоступах. Поднимается вверх, а потом спускается. Вот на санках. Кто хочет на канатной дороге поднимается, а кто-то пешком. Вон, парень даже разделся. Жарко ему. Угу. Не знаю, мужик, наверное, парашютист. Дождемся, когда он полетит или нет. Посмотрим. Вот, разворачивает парашют. Да? Он будет летать здесь. Давай пойду.